Остросюжетный репортаж. Остросюжетный и тяжелый прежде всего для его участников. Сегодня ночью отмечался один из главных православных праздников – Крещение. Огромное количество людей решило проверить твердость духа в ледяной воде, окунуться в прорубь. Желающих было так много, что спасатели даже боялись подпускать всех одновременно к проруби. Еще, отходим. Там вообще что-то очередь, припарковаться вообще негде, мы остановились вообще, уже, мне кажется, около памятника где-то. Назад. Сами в воде будете. Вон на высокий трап идем все. Уходим со льда. Мне кажется, здесь весь Нижний Новгород. Ну, конца как, и края. Конца и края не идут, и люди не видать, и люди идут. То есть, ну, очень много народу. Давайте разведок пускать, что одеты. Да, они вот туда, на высокий трап. Встаньте, пожалуйста, ну и всех пустим вас. Вы сейчас в воде стоите. Там он на высоком трапе лучше. Еще дальше, назад отходим. Просто, ну, народ надавил. Стоят на льду и все, и вода выдавливается. Слишком желают все искупаться. Тут самое большое можно. Ну, человек 10, все. А их стоит здесь, стоял человек 30-40. И все, трап не выдержал. Смотрите, в воде стоите, сейчас в воде. Я сейчас всех уберу, и все, и на этом закончится купание. Говори же людям, не раздевайтесь заранее. Ну, будем всех пустим вовремя. Успеете переодеться. Нет, вот стоят, вот видите, все раздетые стоят и ждут в своей очереди. Пока проходит все без всяких эксцессов и без приключений. И мы Дальше туда. Поглубже заходим. Хорошая вода. Вообще. А что вы делаете, скажите, пожалуйста? Бёрпи. Это что такое? Это греемся. Ритуальный танец народов Спарта, древний. А, чтобы согреться. Сейчас супер. Сейчас будем окунаться. Мы сюда с тренировки приехали. Мы как бы 2 часа тренировались и вот решили. Душ сломался в спортзале. Решили, надо сесть помыться. Супер! Нижний, приходи. Ой, здорово. Очень бодрит. Что-то нечто, это злые духи из меня выходили. Благодать Божья спустилась на меня. Аллилуйя. Супер. Попробуйте сами. Ну, вообще первый раз ощущения острые, так скажем. Ну, холодно. Мы тут покрестились вчера. Мы были некрещенные, вот, и в честь праздника решили искупаться. Крещение все-таки. Волшебная вода, говорят, 3 дня. Грехи свои смыть за год, накопившись. 11 лет, 4-й раз купаемся. Пускай грехи смоет. Хоть, может, и нету, но чтобы. Потому что наверняка не было.